Этот мелодичный звон ни с чем не спутаешь. Именно так ребят по всей России приветствует любимая школа. Первый в новом учебном году звонок звучит для воспитанников школы-интерната «Доверие». С днем знаний ребят поздравляют преподаватели и почетные гости. Это праздник буквально в каждой нашей семье, потому что мы все ребята связаны со школой. И взрослые, и дети, и даже самые маленькие дети, которые сегодня пошли в садик, они тоже отмечают праздник День знаний. Счастья, радости, новых успехов с праздником и Днем знаний. Министр образования Московской области Марина Борисовна Захарова. Руководство от сотрудников компании. Прежде всего, хотел поздравить вас с началом учебного года. И прежде всего, пожелать вам сил, терпения, высоких оценок, интересных уроков, ну и самое главное, верных друзей. Загорелые, повзрослевшие за летние каникулы, ребята полны энергии и готовы не просто грызть гранит науки, но сделать каждый день учебы настоящим праздником, интересным и увлекательным. 1 сентября, как и в любой другой школе, в интернате встречают творческие стихами и песнями. Танцует, расстилая нам цветной ковер листва. С каждым днем все больше нас чарует осень вновь вступившая права. И как птицы потянулись к теплым странам, потянулись дети снова в школьный класс, соревнуясь в многоборье знаний славно, покоряя все преграды каждый раз. Первый день учебы должен быть не только ярким, но и познавательным. Помочь ребятам из школы-интерната сделать День знаний еще увлекательнее решили сотрудники компании «Газпром» космические системы. Предприятие поддерживает школу с апреля этого года. Благодаря такому сотрудничеству во дворе интерната появились, например, две новые теплицы. Скоро и урожай созреет. Ребята смогли вырастить за это лето и помидоры, и огурцы. И капусту, все они умеют, сами все делают, и поливают, и ухаживают за растениями. Ну вот и пришло время для первого урока, и тема у него доступная и понятная каждому жителю нашей страны – взаимопонимание и мир. Вместе с сотрудниками компании «Газпром» космические системы ребята смогли обсудить такие актуальные темы, как противостояние угрозе терроризма, личная безопасность и взаимное уважение. И здесь мы решили провести урок мира, потому что, в наше неспокойное время это очень важно, и дети должны понимать. Тем более это влияет прежде всего на воспитание детей, на воспитание у них патриотизма, долга, забота не только о себе, но и о ближнем. Дети чудесные, они так же, как и все дети, очень открытые, любопытные, любознательные. Им нравится узнавать все новое. Дети на самом деле одаренные все, задавали очень много вопросов, вели себя на уроках активно. Пожалуй, навсегда закрепит воспоминания о первом уроке в этом году вот такой яркий голубь мира. Ну а после занятия ребят ждал еще один сюрприз – красочные воздушные шары. Конечно, немного грустно в первый день осени прощаться с летними каникулами, однако впереди ребят ждет не менее увлекательное путешествие по дороге знаний. И очень важно, чтобы на этом пути их поддерживали близкие люди, друзья и, конечно, любимые преподаватели. С 1 сентября вас поздравляют Александра Гранич, Александр Ржевский, телерадиокомпания «Щелково».